Всем привет, друзья! Вы на канале Китайбокс, с вами Дмитрий, и сегодня у нас очередная распаковочка посылочек с AliExpress. На этот раз я решил заказать не очень дорогие, но нужные товары, которые пригодятся каждому. Что в этой посылочке? Давайте смотреть. Давайте начнем с небольшой посылочки, вскрываем и смотрим. Итак, здесь у нас интересная, но очень полезная вещица. Это кабель. Но кабель не простой, а сразу с несколькими коннекторами. Кабель я заказал бренда Nohon, какой-то новый бренд на AliExpress, раньше я его не встречал, но решил протестировать, посмотреть, как он будет себя проявлять. Взял я провод красного цвета, бывают там разные расцветки, но я взял красного посмотреть. Данный кабель имеет длину 1,2 метра, сделан он из нейлона сверху, то есть он в меру гибкий, но и достаточно прочный. Здесь на каждом коннекторе у нас есть защита от перегиба, то есть, чтобы кабель при перегибе не сломался, сделаны такие пластиковые вставочки. В принципе, на вид довольно годный кабель. Три коннектора имеет у нас, то есть, Lightning разъем для подключения техники Apple, Type-C для подключения новых смартфонов на Android, обычный сейчас уже, ну и обычный micro-USB кабель для подключения, так сказать, стареньких классических устройств. Давайте проверим, как он будет у нас работать. Ну и сразу хочется отметить, что кабель этот использовать можно только для зарядки ваших гаджетов, для передачи данных его использовать нельзя. Итак, на странице продавца я не нашел технических характеристик данного кабеля, проверяем их на тестере. Давайте подключим Type-C сначала разъемчик. Ну, стандартно сейчас я установил тут 1 ампер, смотрим напряжение 5 вольт, то есть напряжение нормально, ничего не проседает. Смотрим дальше, нам же нужно все-таки определить, какую нагрузку держит данный кабелек. Давайте, начали давать больше, и напряжение начало проседать. Вот смотрите, друзья, 1,5 ампера, 4,91 вольта. В принципе, напряжение в пределах нормы по просадке. То есть, можно сказать, что данный кабель 1,5 ампера держит спокойно. Ну, давайте для тестов, конечно, побольше возьмем. Да, там уже на 2 амперах уже просадочка значительно идет. Ну, то есть, друзья, однозначно могу сказать, что кабель будет заряжать ваши гаджеты хорошо. 1,5 ампера, 4,9 вольта. В принципе, нормальные характеристики. Ну и несомненным плюсом данного кабеля является возможность зарядки нескольких устройств, если у вас устройство с разными портами для зарядки. Ну, либо использовать его как универсальный кабель. Например, куда-то в путешествие вы с собой взяли, всех разные телефончики. Ну и все, в принципе, могут этим кабелем заряжать свои гаджеты. Смотрим следующий товар. Следующие посылочки у нас, друзья, беспроводное зарядное устройство от бренда Куала. Ну, этот бренд достаточно распространен сейчас на AliExpress. Решил протестировать, никогда еще этот бренд не тестировал, решил попробовать. Так как сейчас все больше смартфонов поддерживают беспроводные зарядки, эта тема актуальна. В принципе, зарядное устройство недорогое, ну и посмотрим на его работу. На момент выхода видео это зарядное устройство стоит 352 рубля. Поставляется оно вот такой вот малость помятенькой упаковочке. Ну, как всегда, в принципе, наша Почта России это обычное явление. Зарядное устройство поддерживает быструю зарядку. Оно 10-ваттное. Совместимо со всеми устройствами, которые поддерживают беспроводную зарядку. Ну и Charge Up Safety, то есть написано, что зарядное устройство безопасное. Из технических характеристик. Они на обратной стороне все указаны. Размер, вес 64 грамма, что достаточно не тяжело, можно взять всегда с собой куда-то. Входное напряжение 5 вольт 2 ампера, либо 9 вольт 2 ампера, и выходное это 5, 7,5, 10 ватт максимально. Зарядка может происходить на дистанции от 3 до 8 мм. То есть, если у вас телефон в чехле, то зарядное устройство должно его нормально заряжать. Даже не надо его вытаскивать из чехла. Экспресс зарядное устройство продается в двух цветах, в черном и в белом. У меня вариант белого цвета. В комплекте у нас micro-USB кабель для подключения самого устройства и само устройство на пластиковой подложке. Также маленькая инструкция на китайском и английском языке. Само устройство выполнено в форме круглой платформы. Есть на обратной стороне прорезиненные ножки, чтобы устройство не скользило по
поверхности. Нижняя часть зарядного устройства сделана из алюминия, верхняя часть из какого-то пластика либо акрилового материала. На торцевой панели имеется порт для подключения micro USB кабеля. В принципе, его внешнего вида достаточно качественно сделано за 300 рублей. Я думаю, это просто огонь. Но давайте ее испытаем в действии. Устройство имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения. А алюминиевая нижняя часть способствует хорошему отводу тепла, чтобы зарядное устройство не нагревалось. Также встроен чип интеллектуальной зарядки, то есть в зависимости от уровня заряда вашей батареи регулируется мощность зарядки, чтобы батарея не перезарядилась, либо наоборот не перегрелась. Итак, при включении зарядное устройство горит вот такими вот красивыми цветами. Сейчас посмотрим, положим телефон. Вот у меня в руках iPhone 8, он поддерживает беспроводную зарядку. Положим его и посмотрим, как она будет заряжаться. Так, смотрите, заряд пошел. Также зарядное устройство имеет цветовую индикацию. Смотрите, если оно горит зеленым цветом, и сейчас видите, я ложу телефон, не заряжается, то есть телефон вы положили не в правильном положении, либо между зарядкой и телефоном есть какой-то инородный предмет. Если мы правильно ложим телефон, смотрите, загорается синий цвет, то есть устройство заряжается нормально. Когда зарядка загорается зеленым цветом, это значит телефон заряжен, и она просто в режиме ожидания находится. Вот такая вот индикация. Вечером особенно в темноте смотрится довольно прикольно. Давайте сейчас выключу свет, посмотрите. В принципе, вот так вот все выглядит, если в темноте. Довольно стильно. И за 300 рублей все отлично работает. Телефон заряжается, никаких проблем не выявлено. Так, за такую цену, друзья, я считаю, что это просто огонь товар. Зарядочку только рекомендую. Еще плюс, можно всегда взять его в путешествие, в поход, либо в отпуск с собой. Много она места у вас не займет. Так что, друзья, однозначно рекомендую. Пишите в комментариях, что вы по всему поводу это думаете. Обязательно все комментарии читаю, на все отвечаю. Даже когда не снимаю видео, если посмотрите, видео мои не выходили уже буквально там, может быть, месяца два, полтора, но на это были свои причины. Вот. И я в комментариях активно общался, все отвечал, старался всем помочь, то что-то какие-то вопросы задавал. Смотрим, что у нас следующий посылочек. У нас чисто мужской товар. Это носки из бамбукового волокна. Стоили они на момент покупки 349 рублей за 5 штук, 5 пар. Вот. Ну, давайте посмотрим, какого они качества. Носки эти, друзья, короткие. Они у нас примерно до щиколотки. Вот. Тянутся хорошо. Написано у продавца, что они дышащие. В принципе, по ним и видно, по материалу, что они как раз для лета. В принципе, про носки рассказывать особо нечего. Я их заказал для себя, ну и решил просто показать их в обзоре. Здесь их получается 5 пар, итого 10 штук. Отзывы об этих носках только положительные. Так что, друзья, кто захочет хорошие носки на лето себе прикупить, там есть, кстати, разные цвета, можете тоже по ссылочке пойти, посмотреть, либо приобрести. Сделал паузу видео, пошел померил, друзья. У меня, в принципе, 43 размер ноги, они тянутся, в принципе, на ноге сидят нормально, так что можете заказывать спокойно. В отзывах, друзья, пишут, что резинка сильно не растягивается, типа уже 5 стирок выдержали и все нормально. Также они очень хорошо дышат, то есть сеточка это летом в них очень хорошо ходить, так что к заказу тоже рекомендую. Вот, друзья, ну давайте следующий товар посмотрим. Ну а мы переходим к следующему товару. Но перед распаковкой нового товара хочу рассказать про свой телеграм-канал «Мужской Алиэкспресс». Кто еще не знает, данным каналом я где-то занимаюсь уже полгода. В предыдущих видео ссылочки я на него оставлял. И в этом тоже оставлю. Здесь уже, друзья, 4023 подписчика. Подписчики потихонечку прибавляются. Ссылочку на канал телеграм я оставлю в описании. Тем более, телеграм официально разблокирован в России, без всяких VPN. Просто все работает, можете установить его и пользоваться. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Здесь я публикую каждый день. У меня есть по несколько публикаций, штук по 10 примерно выходит. Тут я публикую интересные товары с реальными скидками, которые можно в данный момент найти на AliExpress. Также актуальные промокоды. Обязательно подпишитесь. Вот. В YouTube видео выходят, но выходят не часто. А здесь все в реальном времени, реальные скидки, то есть бывает
Так что продавец делает скидку всего 1-2 дня. Я эти товары нахожу, здесь публикую. Ну, вы можете, в принципе, существенно сэкономить, подписавшись на мой канал, ну и смотреть какие-то понравившиеся вам товары. Так что жду вас всех там. По ссылочке еще одно устройство от бренда Koala. Решил потестить данный бренд, но пока мне качество его устраивает. Это, друзья, у нас зарядное устройство. Обычно у нас, друзья, зарядное устройство на 3 порта, поддерживающее быструю зарядку. Дополнение, здесь есть индикатор, который покажет текущее напряжение и потребление в амперах. Сейчас все подключим и посмотрим. Сделано данное зарядное устройство вот в таком вот в пластиковом корпусе. Я взял его белого цвета. В принципе, смотрится стильно. Из технических характеристик можно их посмотреть на самом устройстве. То есть тут 3 USB порта. Первый USB порт у нас получается поддержит 5 вольт 2,4 ампера максимально. Второй порт поддержит 5 вольт 2,4 ампера максимально. То есть 2 порта по 2,4 ампера у нас. И третий порт это поддерживает он быструю зарядку 18 ватт и напряжение 9 вольт 2 ампера. Вот такие вот, в принципе, характеристики, достаточные для зарядки всех современных гаджетов. Давайте его подключим, посмотрим. По заявлению производителя, здесь установлено два блока питания. То есть, что это нам дает? Бывает, в зарядных устройствах у вас получается два порта, и написано, что 2,4 ампера, то есть делится между ними 2,4 ампера по половинке. Здесь же реально 2,4 ампера дает каждый порт одновременно. То есть в этом одновременно 2,4 ампера максимум и в этом одновременно 2,4 максимум. То есть можно заряжать одновременно быстро два устройства. Это несомненный плюс. Также несомненным плюсом, если посмотреть на технические характеристики, что устройство работает от 110 до 240 вольт. То есть можно применять в разных странах, если вы где-то путешествуете. Когда уже откроют страны после пандемии, думаю, достаточно актуально для некоторых людей данный параметр будет. Также в этой зарядке установлен интеллектуальный чип для зарядки ваших устройств, что позволяет заряжать ваше устройство быстро и безопасно. Итак, давайте проверим, на что способно данное зарядное устройство и такие ли характеристики, которые заявляют нам китайские продавцы. Ну, я вот поставил, друзья, сейчас 1 ампер, смотрите, напряжение 5,1 вольта стабильно стоит. Давайте. Как вы помните, они нам обещают 2,4 ампера стабильной зарядки. Ну, будем проверять. Ну, друзья, смотрите, довел я нагрузку до 2 ампер, напряжение, считай, 5,03 вольта. В принципе, это идеальное напряжение при нагрузке. Но нам нужно добавить. Нам обещали они 2,4 ампера. Давайте посмотрим. Потихонечку я буду добавлять. Ну да, уже тут чуть-чуть напряжение проседает, но в принципе в рамках. Так, 2,4 уже больше, смотрите, как сильно сразу просело, 3 вольта стало. То есть до 2,4 у нас 3,4 вольта, давайте. Ну, здесь еще есть, друзья, погрешность небольшая у прибора. Ну вот, смотрите, 2,26. Чуть-чуть еще добавлю. Ну, грубо говоря, 2,3 ампера. Зарядное устройство держит отлично, напряжение проседает не сильно. В принципе, друзья, это зачет, да. В принципе, то, что обещает продавцы, данное устройство на это способно. Получается у нас 2,3 ампера при напряжении 4,95 вольтов. Ну что ж, друзья, все отлично, мне нравится. Так, давайте теперь проверять порт для быстрой зарядки. Как обещают продавцы, он должен держать у нас, получается, 5 вольт 3 ампера. Ну давайте, 3 ампера ему сразу и добавим. Ну что ж, друзья, пока устройство держится достойно. 3 ампера, просадочка 4,97 вольта. В принципе, друзья, это хорошие характеристики. Я видел на китайских зарядках намного худшие характеристики и за большую цену. То есть здесь реально то, что заявил продавец, все это есть, и зарядное устройство соответствует своим характеристикам. В принципе, зарядное устройство за свои деньги показало свою работоспособность. Техническим характеристикам оно всем соответствует, так что можете смело покупать для зарядки ваших гаджетов. Тем более есть несколько USB портов, можно заряжать несколько устройств одновременно. Однозначно его рекомендую. Следующим и последним товаром сегодняшней распаковки будет очень полезный товар, особенно для велосипедистов. Сейчас покажу, что тут пришло. Здесь у нас вот такой вот держатель от бренда Follow Me. Это держатель смартфона, который можно устанавливать на велосипед, чтобы в ваших поездках
Смартфон был надежно закреплен, и вы видели его всегда, не лежал где-то, болтался в кармане и мог выпасть. Сделан данный держатель из прочного силикона. Здесь обратной стороны у нас есть зацеп, с помощью которого можно зацепить данный держатель на руль велосипеда. Вот. По телефонам, которые можно с помощью него закрепить, здесь производитель указывает, что можно телефон размером максимум 6,4 дюйма. Вот, смотрите, но я думаю, все на основные все телефоны зацепить за данный чехол можно, и они будут нормально там держаться. Итак, смотрите, установил я свой iPhone 7, закрепился он отлично. Единственный минус, который я здесь нашел, это что закрывается кнопка «Домой». Но в принципе, друзья, с телефоном работать можно, но я думаю, не сильно это и критично. Вот, у кого-то кнопка «Домой» может быть расположена ниже или выше будет, вот, но вот такой вот маленький нюансик есть. А так, в принципе, держатель очень классный, недаром там очень много продаж на Алиэкспрессе этого держателя и очень много хвалебных отзывов. То есть, тем, кто любит кататься летом на велосипеде, этот держатель будет сама то. В принципе, крепится данный чехольчик достаточно просто. Здесь все легко устанавливается и затягивается на резиновую затяжку такую. Вот, и закрепляется. Телефон достаточно прочно держится на велосипеде. Никуда у вас не улетит. Все четко будет держаться. Так что, друзья, данный держатель я рекомендую однозначно для велосипедистов, особенно для поездок сейчас, когда наступило лето. На данном полезном чехольчике я заканчиваю свой обзор. Надеюсь, вам понравились сегодняшние товары. Обязательно пишите комментарии. Кому было полезно данное видео, обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Кто сюда попал первый раз, обязательно будет много интересных распаковок и каких-то обзорчиков, которые будут вам полезны. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам крепкого здоровья. До встречи на YouTube. Пока-пока. До новых встреч.